Гейл. Это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате. У нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гейл, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт! Тихо! Говорить буду я. Паспорт! Держи! В чем дело? Четкое задание. Задержать автобус. Да, а ты дебил. Ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать. Расстрелять. Задержать. Расстрелять. Эти слова что? Похожи? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Хоть эти остались живы. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьян, а те кидаются дерьмом. Кстати, о, не поддержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать фото. Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется.
Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной! Should I stay or should I go? Передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей и стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплер. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки. Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну... Исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. С улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И... Когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет, все сраный золотой путь. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить. А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И этот СМС. Кто же зовет на помощь СМС-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь! Адиафрагмы! На помощь! Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Террористы. Ну, так, прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Терпение, я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Что за херня?
еще раз. Я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Итак, ты понимаешь, почему ты сейчас здесь? И значит, не хочу делать тебе больно. Я хочу выслушать. Ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Просто скажи мне, кто твои друзья? Что они задумали и когда? И обойдемся без... Мы знаем, что ты здесь шпионил. Откуда ты знаешь о Джая Гейла? И что Золотой Путь хочет от него? Прости. Приветик. Слушай, черт, я не могу говорить. Да, у нас тут все непросто. У нас новый клиент, и я пока не уверен, что мы договоримся. Да, конечно, я перезвоню, как только закончу. Думаю, уже скоро. Как девочки? Да? Ну, отлично. Чмокни их от меня. И я тебя. Да-да. Все, пока. Знаешь, давно бы бросил все это. Но вот жена, она меня не поймет. Пару лет назад с компанией начались проблемы. А мою работу стали отдавать на сраный аутсорс. Вот. Вот сюда, например. И херас, я офисная крыса. Я. Но не жопа. Послали домой лечить нервы. И вот, жена на работе, дети в школе, а я что ни день сижу на диване и пялюсь в зомбоящик. И тут я увидел его, доктор Фил. Вы про него знаете? Доктор Фил? Это нечто. Так вот, он сказал, а я запомнил, потому что это засело мне в голову, что если я хочу стать счастливым, мне нужно найти правду в себе. Озарение. Я осознал, что мне нужно заниматься тем, что я умею и люблю. Увы, не повезло тебе вот этим. Хорошо. Вот что я сделаю. Я стану лучше. Стану лучше. Блин. Я пройду полмира, чтобы выполнить свою работу. Я встал с дивана. Я кормлю свою семью. Я мужик, мать твою. Посмотри, я улыбаюсь. Я могу заниматься этим весь день. Так что, мать твою, давай. Откуда ты знаешь о Джае Гейла? Дыши. Аджай Гейл, я Сабал из Золотого Пути. Золотой Путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпан? Для нас сейчас главное – вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Блин, нас заметили. Туда! Быстро! Джей, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Понял? Да, я понял. Раз, два, три! Вперед, вперед! Не высовывайся! Отсюда! Я прикрою! Сейчас!
черта! Там внизу пушка! Хватай ее и стреляй! Сомневаюсь. Справа! Пристрели их! Ну, закрыть! Осторожно! Аджай, слышишь меня? Прием! Аджай Гейл, слышишь, нет? Прием. Слава Кире! Это Сабал! Где ты? Хрен знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке? Понял. Ты справишься, Джей. Я найду тебя! Ты где сидишь? Трус! Давай, я готов. Ой! На короля! Чего не выходишь? Пошел!
Всем разут глаза! Всем держать ухо востро! Что? Я знаю, там кто-то есть! Thank you.
Отдыхай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя, должно быть, порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не велю похищать звезд сраных кулинарных телешоу. Честь приветствовать тебя, сын Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. Джай, добрался. Молодец, сын Махан. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, но в Керате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Бэйган Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятие. Люди Бэйгана выследили нас. Появится в любой момент. Вот они! Не отступай! Вижу! Я тебя вижу! Thank you.
А ты крепкий орешек. Все нормально, да? Как вы нашли меня? Увидели вертолет Пейгана. Решили выяснить, что он делает здесь, на юге. Везунчик, мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. Что ж, пришли. Это Банапур. Штаб Золотого Пути. Кто это? Где Дарпан? Ему не повезло. Это Аджай Гейл, сын Махана. Я правильно поняла? Дарпан мертв, да? А ты притащил его? Слушайте, я тут вообще не при делах, ясно? Я искал Лакшману. У нас тут война, мать ее. Нет времени на туристов. И что мне было делать? Бросить его там? Прости, брат. Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. А Лакшмана... Может быть, это храм или монастырь. Но тогда надо искать на севере. На севере вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Придешь позже. Как будешь готов, приходи. Я не хочу иметь ничего общего с Пейганом и его армией. Просто мечтаю, чтобы они ушли. Каждый раз, когда я слышу его имя, мечтаю, чтобы сказали: «Пейган Мин мертв». Не забудь, Пейган ведь сначала был заодно с королем. Он прятал свое жало, выжидая нужного момента. Муж у меня обожает шить. Всю семью одел, теперь шьет форму для Золотого Пути. Я бы помогла, но иголка с ниткой не мое. Зато оружие хорошо чиню. В общем, муж одевает Золотой Путь, я готовлю им пушки. Вместе мы отличная команда. Золотой Путь прибыли свежие силы. Мы учли ошибки прошлого и теперь побеждаем. Намасте. Молодым бойцам потребуется время, чтобы обрести уверенность и сноровку, привыкнуть к ужасам войны. Но им придется, ведь на кону судьба Кирата. У нас два вождя, и каждый видит будущее по-своему. Они верны делу, но две головы не всегда лучше, чем одна.
то, кого к нам занесло. Чувствуй себя как дома. Лидера Золотого Пути? Это как тени толкай. Тащит в разные стороны и стоит на месте. Раньше главой Золотого Пути был Махан Геев. Тогда сильные бойцы еще верили в будущее. Со смертью Махана хребет Золотого Пути сломался. Но вдруг возвращение его сына — хороший знак. Посмотрим. Если б Кират был похож на Банапур, вся страна была бы счастлива. К сожалению, это не так. В Банапуре все хорошо и дух на высоте, но они отрезаны от остальной страны, и это на пользу не идет. Мой брат работал в чайной компании. Это была честная работа. А теперь рабы пашут на наркоторговцев. Одним из первых приказов Амита официально разрешила женщинам сражаться. Это многим не понравилось. Амита и так волнует умы. Первая женщина-воин в Кирате за сотни лет. Хотя она не первая, конечно. Женщины Кирата часто сражались на войне. Просто об этом не писали в книгах и не любили вспоминать. Но Амита все изменит. Она сильная, как львица.
пожертвования граждан делают пират сильнее. Сделайте пожертвования. Всем членам Золотого пути. К чему вести эту бессмысленную борьбу? Мы победим!